строительство эстакады через железнодорожный переезд в районе села Савинская Слобода вызвал протест у жителей соседних населенных пунктов. В марте этого года работы были приостановлены. Специалисты приступили к консервации объекта. Но и этот процесс вызывает беспокойство у жителей. Вот идет подготовка под устройство новой опоры, которая должна быть, по их мнению, под видом консервации сделана. Напротив, с той стороны железнодорожного полотна, мы видим точно такую же опору, которая тоже несколько месяцев назад выглядела после отзыва на строительство, точно так же выглядела. Мы видим готовую опору. Здесь нам пытаются рассказать, что тоже идет консервация. Застройщик упрямо твердит: это консервация. Мы ему не верим. Заместитель главы Одинцовского округа Михаил Пайсов выехал на место, чтобы лично проконтролировать ход работ по консервации объекта. От того, что мы что-то тут консервируем, там сдвигаются сроки, объемы-то не меняются. Если бы сказали, что делали 2 месяца, соответственно, за 2 месяца сделали больше, чем в проекте по консервации. Нет. Делаем только то, что есть в проекте по консервации. Укрепление неустойчивых конструкций, отключение инженерных коммуникаций, восстановление парковочной площадки. Процесс консервации крупного объекта требует проведения целого комплекса строительных работ, говорят специалисты. На сегодняшний день здесь забиты сваи, выполнена бетонная подготовка во всех трех растверках. Соответственно, будет выполнено армирование, бетонирование, гидроизоляция, обратная засыпка, вынуты будут шпунты и выполнена обратная засыпка до конца августа. Для безопасности граждан и окружающей среды комплекс проводимых мер жизненно необходим. Требуется исключить риски разрушения находящегося рядом железнодорожного полотна, завершить благоустройство прилегающей территории. Полина Бахова, телекомпания «Одинцово».